есть кто-нибудь? 7. Отлично, все. Девочки, дорогие, добрый вечер вам всем. Традиционный вопрос у меня к вам. Как меня слышно? Плюсик слышно, минусик не слышно. Значит, сегодняшний эфир я также решила провести из дома, потому что дома лучше звук. Дома здесь на кухне меньше помещения, соответственно, меньше рассеивается звук, не так, как в офисе. Не знаю, что мы придумаем до завтрашнего вечера, чтобы сделать завтрашний эфир, но сегодня решили сделать так, потому что мне очень-очень важно и нужно, чтобы вы меня хорошо слышали. Мы же по-прежнему не решили вопрос со звуком, уже это становится смешно, но я думаю, что кому очень нужно меня услышать, те найдут возможности и как-нибудь послушают. Отменять этот проект, отменять наш адвент-календарь я уже не буду. Итак, добрый вечер вам всем. Сегодня 13, по-моему, декабря, и мы продолжаем нашу игру в адвент-календарь в ожидании Рождества. Мы открываем каждый день какой-то один ланчбокс Tupperware, в котором спрятана фотография изделия, которое я рекомендую вам использовать в качестве подарка для ваших друзей или близких. И каждый день это разные изделия, о которых я рассказываю в прямом эфире. Вы можете стараться угадать, какое изделие будет открыто на следующий день. И из всех правильных ответов я выбираю победителей, а иногда бывает такое, что побеждают все те, кто дали правильный ответ. Выигрыш ваш, ваш приз, не то, что я открываю в коробке, а подарок, который вы сами выбираете у нас в офисе, придя туда в рабочее время. Можно показать скрин с экрана, чтобы быстрее вас могли девочки найти. И тогда под елкой стоит коробка, и в этой коробке вы выбираете себе подарок. Вот, совсем недавно я добавила еще... Ну, так скажем, чтобы это было душевнее и интереснее, и не только в угадайки мы играли, а интересно пообщаться с вами и что-то о вас узнать, и, ну, вообще какая-то обратная связь мне очень важна, и потому в последних эфирах я всегда задаю вам еще какой-то душевный вопрос, на который очень жду ваши ответы. И если откликается мне очень сильно этот ваш ответ, то я и вас приглашаю к себе в офис под елочку выбрать подарок. Вчера я спрашивала в эфире, какие традиции есть в вашей семье, связанные с ожиданием Нового года, ожиданием Рождества. И некоторые из вас отвечали, не так много было ответов, но один ответ очень совпал с моим, с моими чувствами, с моими такими, знаете ли, настроениями. Элита Кудолуни, она написала о том, что, ну там, помимо всего прочего, что она печет пипперкукас. И сегодня у меня тема будет тоже для вас пипперкукас. Я немножко расскажу об этом, потому что одна из обязательных традиций в нашей семье – это пипперкукас. И еще мы с Машей последнее время, ну, с Максимом мы тоже это делали, пряничные домики разукрашиваем. Раньше пекли сами, теперь покупаем заготовку и просто его украшаем. В этом году пряничный домик мы уже сделали, но его уже съели, его у нас нет. Как декорации, вот, ну и слава богу. Вот, так что Элита Кудолуни я приглашаю в наш офис выбирать себе подарок за душевный ответ. И скажу вам о традиции нашей семьи. Одна из новогодних традиций, помимо всех тех стандартных, которые называли вы все, у нас есть такая, мы печем каштаны. Когда-то очень давно мы с мужем... Когда только познакомились, мы поехали с ним в путешествие в Париж, чтобы встретить Новый год в Париже. И там на улице Парижа продавались печеные каштаны прямо на улице, среди этого морозного воздуха холодного, горячие-горячие такие вот на углях жареные печеные каштаны. Ну вот, я тоже сегодня пеку каштаны, они у меня в духовке. И вам, чтобы было интереснее жить, что ли, может быть, кому-то я открою этот продукт как таковой. Это каштаны, это не те каштаны, которые растут у нас с вами везде целыми аллеями, да, это не наши каштаны. Это специальный сорт, съедобные каштаны, хотя они очень-очень визуально похожи на те, что мы осенью пинаем ногами и собираем их, и гладим руками, нежно и медитируем. Значит, что нужно сделать? Нужно купить вот такие каштаны. Кушать хочешь?
Сейчас, да. Нужно купить вот такие съедобные каштаны. В Латвии 1 килограмм сейчас на данный момент стоит 7 евро. Вот. Нужно купить столько, сколько хотите. Не покупайте сразу много, вдруг вам не понравится. Затем нужно взять хорошую доску и хорошим ножом сделать такой вот крестообразный надрез на каштане. Я делаю это ножом Сантоку, я его очень люблю, всю эту серию. Вот, он плотный, острый, да, вот такой вот крестообразный надрез. И я выкладываю это все в форму Ультра Про и запекаю. Когда каштаны, сейчас, секунду, когда каштаны почти готовы, я добавляю сливочное масло и купаю их в сливочном масле. Мне так вкусно. Вот, можно посолить сверху. И вот вы видите, когда каштаны запекаются, они трескаются вот так вот. Потом, когда они запекутся, запекаются, ну, примерно, наверное, минут 20, очень зависит от многих обстоятельств. Вот, когда они запекутся, и вы откроете бутылку шикарного красного вина, да, накроете себе стол, вам будет очень удобно чистить за вот эти вот штучки, да, за скорлупку, которая у вас уже надрезана. Ну и пропекаются они тогда быстрее. Вот. Значит, одна традиция – это каштаны, и вторая традиция – это печенье пипер-кукос. И я открываю сегодняшнюю коробочку. Сейчас уберу лишнее. Секунду. Меньше сделаю температуру, чтобы они не сгорели. Вот так. Вот, и открываю я коробочку очередную за 13 декабря, не вру, 13 декабря. Вот, взяла с собой ее из офиса. Открываю, и здесь у меня спрятано, ну, наконец-то, многие там будут ликовать, ну, наконец-то, дождались, наконец-то, оно то самое. Здесь коврик для раскатывания теста, здесь скалка с формочками. Правильные ответы я засчитываю все, да, то есть и кто называл коврик, и кто называл скалку. Таких девочек было всего 5, это были Элита Кудулыня, Ева Дроздова, Лиана Лепиня, Алина Алешкина и Алена Голева. Выписываю себе сюда, выписала уже победителей. А теперь я их переворачиваю и перемешиваю. Маша, иди вытащи, пожалуйста, победителя одного. Маш, вот, и зову Машу вытащить того, кто будет победителем на сегодня. Любую бумажку вытаскивай. Одну. Одну. Спасибо. Элита Кудулыня, наконец-то, я поздравляю вас. Элита участвует каждый день. Сейчас запекутся, я тебе дам. Элита участвует каждый день в наших конкурсах. Я очень рада, что наконец-то вам повезло. Супер, поздравляю, ждем вас в офисе. Сегодня ваш день, и два подарка вы можете выбрать из нашего волшебного сундука. Так, ну, а я продолжаю, значит, вам представлять этот подарок. Почему он, да, почему он? Меня с ним связывает, с этим комплектом, особенная такая любовь. Почему? Потому что когда-то давным-давно, лет так 13, наверное, назад, когда я купила первое изделие Tupperware, когда я искала его в Яндексе, тогда не был популярен так Google, то очень много было отзывов хороших, что Tupperware самое популярное изделие, самое классное, это желейная форма. И второй по популярности это шел вот этот комплект скалка с ковриком. И я как-то так, пока искала то, что мне было нужно, запомнила себе, что, о, я хочу такой комплект. И у моей подруги день рождения 25 декабря, и я подумала, что было бы здорово заказать ей на день рождения такой комплект, ну и себе как бы тоже, потому что я очень люблю печь. Вот, и я заказала у консультанта таких два комплекта. Ну, в общем-то, из них началась моя история моей карьеры, так скажем, в Tupperware, и моя любовь, естественно. Вот, так что это была вторая моя покупка, с которой я решила зарегистрироваться и стать демонстратором, консультантом Tupperware. Ну, что было дальше, расскажу как-нибудь в другой раз. Вот, почему сейчас предлагаю вам именно комплектом дарить? Потому что коболтала уже скрутила, короче говоря, скрученный вид. Заворачиваете как конфетку новогоднюю и кладете под елочку,
кому хотите, маме, сестре, подруге. Сейчас очень популярно, что мужчины готовят и пельмени, и хинкали делают, и так далее, и так далее. То есть подарок уже сами решаете, универсальный может быть для кого угодно. Мне нужно же вам рассказать, а чем особенен этот комплект и почему хорошо его иметь дома. Вот я сейчас не доставала, но я покажу вам, как я храню его. Вот у меня здесь скалка и коврик обычно лежат, да, и когда нужно, я достаю. Это пока я не снимаю, да, это пока не надо. Вот, чем он хорош? Ну, во-первых, начинаем с коврика, потому что коврик нужен всегда, вне зависимости от того, печет человек или не печет. Вот этот коврик, он такой, видите, довольно-таки огромный, вот такой. Это всегда должно быть, вы можете использовать как вашу рабочую поверхность. Когда вы с терками работаете, у вас летит морковка, паприка по сторонам, да, капусту вы много режете, шинкуете. Когда вы работаете, например, когда разделываете рыбу какую-то, вообще гениально. Когда, короче, свинячите на кухне, достаете коврик. Первое, вы убережете столешницу. Второе, это будет гигиенично, потому что, как правило, у всех наших хозяек есть привычка поставить вот эти сумки из магазина на столешницу. Когда я ухожу из дома, я знаю прекрасно об этом, то мои два кота, которые живут у нас дома, они ходят по столешнице. Ничего с этим сделать невозможно, увы, животные они такие. То есть гигиеничная поверхность. Ну и третье, конечно, это коврик для работы с тестом. Потому что, когда я вижу, как люди работают с тестом любым просто на своих столах, я тут работаю, потому мне, может быть, это прям... фильтровать надо речь. Ну, в общем, меня это волнует, да? Потому что вот эта вот столешница, на которой куча-куча всего, и шерсть может быть, и пыль какая-то, и остатки какой-то там... чего угодно, и туда вминается тесто, да, дрожжевые булочки, блин, с лососем будут, и вмешивается это все со столешницы. Вот, гигиеничная поверхность, работаете только на ней. Четвертый есть еще пунктик, я тоже его очень люблю, когда ваши дети начинают рисовать, лепить, что угодно делать, тогда достаете коврик, вот это вот рабочая поверхность вашего ребенка. Приучите, и будет все классно. Вот, коврик имеет такую гранулированную поверхность, к которому не прилипает тесто. Действительно не прилипает, даже если вы плохо сделали тесто, оно как бы прилипает, но отлипает от него, и работать на этом коврике одно удовольствие. И вот это вот, когда люди берут ножичек, и потом пельменное тесто со стола сдирают, но сейчас столы-то у всех, ну, такие, знаете ли, я бы не стала сейчас ножом здесь отдирать пельменное тесто, это уже прошлый век. Поэтому от коврика тесто отходит легко. Еще что хорошо, когда с ковриком работаете, это то, что вы можете перенести тесто куда угодно. Или, например, ребенок пришел уроки с вами делать, вам надо сменить дислокацию. Вы прям с ковриком берете и уходите туда. Вот, то есть коврик сам по себе очень-очень клевая вещь. Дальше, здесь еще есть окружности, здесь еще есть точечки, по которым можно ориентироваться. Здесь есть мерные шкалы, градусы, перевод градусов Фаренгейт в Цельсия. Здесь есть перевод мер, да, очень важные граммы, миллилитры. Это все тоже очень-очень спасает хозяек современных. Так, дальше, что касается скалки. Скалка, первая как бы реакция на скалку всегда бывает такая... Она такая огромная. Она не огромная, она очень-очень классная. И лучше сделать буквально там 1-2 движения такой скалкой, чем какой-то маленькой делать 22 движения. Вот просто психологически привыкли, что она большая. Это классно, что она большая. Вот делаю там 2 движения, все, я прокатал. Еще что про нее. Она, это химически нейтральный полимер, который не взаимодействует с продуктом. То есть все вот эти варианты деревянных скалок, выпущенных в прошлом веке, и эти скалки, которым по уже 30-40, может быть, у кого-то даже есть и 50 лет, выбрасываете. Это не гигиенично. Плесень копится, жиры копятся, все наслаивается, они у вас уже деформированы. Ужас ужасный, сделайте себе даже подарок, купите нормальную скалку. Так, химически нейтральный полимер, то есть она не впитывает в себя, не...
моющие средства, жиры, маргарины. Да, видите, у меня тесто довольно-таки масляное. Оно бы впиталось в деревянную скалку. Здесь нет этого. Так, третий момент. Она ровная, эта скалка. И если, например, девочки, сколько я видела презентаций, начинают работать с нашими равиольницами, пельменницами, круассанницами, но своими деревянными скалками, те скалки кривые и не могут прокатать, потому что скалки деформированы. Эта скалка ровная, поэтому ее тоже очередное преимущество. Дальше. Ручки у этой скалки снимаются, и бабах, тут сюрприз. Целых 20 минут ложится. Так, тут сюрприз. Скалка внутри полая. Может, поближе, чтобы звук был лучше, потому что я ничего такого не показываю сейчас. Полая для того, чтобы вы могли налить воду, горячую или холодную. Руки любят холодное, тесто любит холодные руки. Это вот масляное, творожное, медовое. Наливайте холодную воду. Если тесто любит и тает прямо под вашими теплыми руками, это дрожжевое, пельменное, там какое-нибудь еще, тогда наливайте горячую воду, ну не кипяток из чайника, ну такую, из крана, да? Вот, видите, здесь синенькое, значит, открывается ручечка здесь. Когда открывается ручечка здесь, ну, кому-то, может быть, очень надо, да, можно делать, сейчас, Маша, вот такие монетки, ну, придумайте, когда формочек для печенья нет, можно и такое делать. Но еще этими ручками, спасибо, Наталья Морева научила когда-то, но из дрожжевого теста очень классно этими ручками делать вот такие вот пампушки или маленькие такие, ну, скатанные шарики. Тесто для пипер-кукос не подходит, оно так не катается, а дрожжевое катается отлично. Выпить что-нибудь. Так, ручки. Да, ручки сказала. Еще это не все. Здесь есть вот такие вот ушки, либо они же являются формочками для печенья. Это окружность сделать, ну, например, там пельмени вы хотите делать так, а не в пельменнице. И формочки. Там цветочек, здесь звездочка. Но они не только формочки для печенья, а эти штуки являются фиксаторами, ограничителями для раскатывания теста. И если вы, может быть, на «вы» с тестом, не так прямо вот дружите, знаете, как есть такие девчонки, у которых все в руках горит. А если только учитесь или с детьми готовите, тогда вот вы поставили ограничитель, и у вас тесто получается буквально... буквально, по-моему, 9 миллиметров, да? Вы не хватайтесь за сердце, я режу по коврику. По коврику нельзя резать ножом, есть предупреждение, еще он горячего боится. Он только для холодной работы с тестом. И не ставьте туда горячие сковородки, вы испортите. Я обратной стороной ножа порезала, чтобы показать, что вот у меня сейчас этот кусочек теста, это примерно 9 миллиметров. Чуть я могу врать, но тут подсказка есть, кстати говоря, где-то, да, вот 6 миллиметров, 6 миллиметров. Так, и теперь я снимаю уши большие, убираю и ставлю маленькие ушки. Хопа, хопа, могу, ага, и теперь 3 миллиметра. Вот, есть тут подсказка, 6 миллиметров, это вот у меня толстенькое такое. И есть 3 миллиметра. Соответственно, у меня скалка опустилась ниже, но она до дырок мне не дотрет. Не дотрет до дырок это тесто. Видите, сколько бы ни болтал. Дети, знаете, любят вот так вот катать, 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 катать. Но вот они не испортят. Вот. Значит, фиксаторы. И здесь же, вот смотрите, классные такие формочки есть для печенья. Так, супер. Кто там любит скалку очень, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях тоже что-то интересное, чтобы люди, которые, у которых нет скалки, они понимали, что я говорю абсолютную правду. Так не будет видно, ну вот 6 миллиметров и 3 миллиметра, да, потолще, потоньше. Теперь в ракурсе пипер-кукос, да, пипер-кукос это в переводе буквальном, дословном, означает перцовое печенье, то есть в составе теста пипер кукос есть вообще-то в принципе солод или есало, да, по-латышски будет есало, это солодовый экстракт, и обязательно есть специи,
перечислять не буду, да, в каждой стране они разные, знаю, что в Германии тоже очень любят пиперкукос, но и в Латвии это тоже считается визитной карточкой. Что касается теста, я обычно, ну, всегда, каждый год делаю это тесто сама, его делать очень просто, можно, классно, может быть, успеем и запишем ролик еще в этом году, как это делается. Вот, но мне очень нравится, что у нас в Таппервара есть куча талантливых девчонок, которые, ну, действительно, знаете ли, креаторы такие, создатели. И у нас среди наших руководителей Таппервара есть чудесная девушка, зовут ее Инесса Озолиня. И она каждый декабрь делает сама тесто пиперкукос с натуральными, классными, отборными, лучшими ингредиентами. И у нее можно это тесто заказывать. Вот, и как-то уже так повелось, что, ну, Инесса мне предоставляет это тесто, тем самым я экономлю время, могу его потратить на что-то другое. Спасибо, Инесса, большое. Вот, так что это тесто Инесса, кому интересно и кто хочет заказать, я напишу в комментариях, как ее найти. Так, и что касается еще пиперкукос, знаете, что тут важно? Вот эти 3 мм и 6 мм. Вот, например, пиперкукос вы печете, если 3 мм, оно будет хрустящее, такое, как, ну, хрустящее печенье. А если вы хотите как бы пряничного типа, да, ну, вот, например, вот эту хотите делать, это лучше сделать потолще, чтобы оно не ломалось, тонкое может ломаться. Вот, тогда 6 мм у вас будет как пряник такой настоящий, вот. Так что фиксаторы даже и людям с опытом тоже могут пригодиться. Так, что еще? Еще про скалку с ковриком, в общем-то, я рассказала. Я всегда еще показываю, что скалка может являться и хорошим инструментом, ну, как фитнес-тренажером, да, есть очень много разных упражнений, да, которые вы можете делать с этой скалкой, и можно даже перешагивать вот так, попробуйте, кто сможет, кто не сможет, вот, и может записать челлендж такой, кто может перешагнуть через скалку. Я об этом подумаю. Но, например, у меня здесь подборка формочек для печенья, моя личная. Здесь есть, конечно, шикарный у меня комплект, которому лет так, наверное, 40, может быть. Это из музея, я его держу у себя дома, когда открою музей Таппервара в Риге. Тогда, может быть, придется пожертвовать. Здесь, смотрите, человечек, мама, папа. Мишка, дерево, да, вот этому комплекту очень-очень много лет, и все это в домике живет. Вот, я дорожу этим очень-очень. Дальше, на Пасху у меня есть пасхальные формочки, они живут в таком футляре. Здесь пасхальные атрибутика, есть рождественская атрибутика, мне кажется, у нас есть в распродаже часть таких формочек. Эти есть, и вот такие вот штампы, что ли. Тоже есть. Здесь Дед Мороз, звездочка, 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 елочка. И хороши формочки для печенья Таппервара тем, что вот так фиксируются, убираются друг в дружку. Здесь же вот в таком футляре есть формочки. Смотрите, тоже их очень-очень много. Вот они прячутся. Эти комплекты точно есть в распродаже, можете заказывать. И формочки для печенья тоже очень классный подарок. Почему, рассказывают? Давайте вот на этих покажу, эти самые такие наглядные. Почему? Потому что химически нейтральный полимер. Раз. Встречалось ли вам тесто песочное, начинаете металлическими формочками делать печенье и понимаете, что тесто становится такого серого цвета, потому что металл окисляет, и эти окиси попадают на тесто. Зачем вашим детям есть такое? Задавайте себе вопрос. А я уже болтаю, может, ближе, то я прям переживаю, что этот хаос. Да, не видно, как ты будешь... Ну, давай. Я просто... не делаю печенье, я просто рассказываю. Окей. Okay. Так, значит, Маша, иди делай печенье. Угу. Саня сейчас будет на печеньке делать. Значит, что говорила? Химически нейтральный полимер. Сказала, два ровные абсолютно эти формочки, нет у них вот этих, знаете, бух, ну, такой, как у металлических заусенец. Третье, не будут болеть руки у вас от этих формочек. Мне как-то довелось, может, поменьше отступ делать, чтобы больше теста можно было, да? Не будут болеть руки. Мне попадались формочки, от которых болят руки. Четвертое, эти формочки прорезают отлично не только тесто, но очень классно они прорезают и, например, хлеб.
Вот делаете, вот смотрите, до звезда, да? Хлеб прорезали, положили. Дальше сыр, чуть-чуть ветчину какую-то или колбасу, огурец, там, цукини, еще что-то. И вы можете делать превосходные канапе с этими формочками. Вот, классные. Что? Сейчас, Машуль. Вот, и еще одни формочки, которые есть у нас в распродаже, это вот такие штампы. Они очень тоже... Подожди, Маш, можно я сделаю вот такого Деда Мороза? Я давай елочку сделаю. Вот, они классные тем, что в них прорезается контур, и по нему очень здорово разукрашивать можно. Сейчас покажу. Когда она запечется, рвется. Оно просто расплавилось уже, да? Вот, в этих штампиках есть вот такие, видите, уже есть полоски, по которым вы потом декапеном будете разукрашивать глазурью. Вот, там есть Дед Мороз, елочка, и кто-то был еще, третьего у меня нет, куда-то затерялась, наверное. Вот, эти формочки есть в распродаже, скалка с ковриком есть у нас в каталоге, пожалуйста. Когда мы печем с Машей печенье, мы печем его на силиконовом коврике. У нас вообще силиконовый коврик, как сказать, не просыхает. Я сейчас достану его из раковины, секунду. Вот, мы что-то готовили на нем еще, вот он мокрый. Я хочу вам показать коврик мой. Моему коврику уже много лет, я вижу это по цвету, он у меня коричневый, современный коврик фиолетового цвета. Вот, и с этим ковриком все в порядке. Он чистый, он не порезанный, он без следов, сейчас тут какой-то, он без следов какого-то насилия. Вот, но многие, секунду, сейчас. Многие из вас писали в комментариях, как рекомендацию подарить силиконовый коврик. Не рекомендую я вам сейчас на данном этапе дарить силиконовый коврик людям, которые не знают про тапервар и не имеют опыта работы с силиконовыми формами. Почему? Потому что у людей еще нет такой привычки, что по силикону нельзя резать ножами. Нет привычки, что силикон нежный, с ним нужно работать только через решетку. Не-не-не, Машулечка, на тот коврик сейчас будем складывать, да? Сейчас я тебе дам. Угу. Ты пока вот это раскатай, вот это тесто. Я тебе сейчас дам тот коврик, будешь раскладывать. Раскатай пока этот кусок теста. Я не могу, здесь все заварено. Ну, на, подвинь. Секунду. Простите, сегодня воскресный эфир, можно чуть-чуть подольше поболтать. Значит... опыт, да, что не резать, опыт, что не тянуть, потому что через решетку нужно с ним обращаться. Вот, и, к сожалению, бывает много грустных историй, когда коврик просто люди сами рвут или не хотят признать себе, что там была микротрещина, кто-то когда-то там чуть-чуть резанул ножом, да я чуть-чуть, да, я часто такое вот даже ловлю. У меня Максим, например, сын, он так колбаску себе режет, прямо на столе, да, и говорит, мама, я чуть-чуть. Или лимон отрезает прямо на столешнице, по которой нельзя резать. И говорит, мама, я чуть-чуть. И также взрослым девочкам и мальчикам тоже кажется, что они по коврику чуть-чуть, а на самом деле там порезы большие, и потом от этого пореза коврик лопается. Вот, коврик отдаю только после инструктажа в надежные руки. Как подарок не рекомендую сейчас использовать. Пока что. Что еще? История из жизни, ужастик, бонус для тех, кто досмотрел до конца наш эфир. Рассказываю, я опытная девочка, 13 лет работаю с этими изделиями, берегу невероятно как. Показала бы вам, какая у меня гора силиконовых форм. Могу показать? А, ладно, тут чипсы, простите. Вот, у меня вот такая вот гора силиконовых форм. Вот, у меня есть много видов, есть еще другой шкафчик с ними. Вот, опытная, да, и на старуху бывает проруха, что случилось совсем недавно. Специально не выбрасывала коврик, чтобы показать вам, чтобы вы избежали ошибок. Мы пекли картошку на коврике силиконовом, я нарезаю картошку и делаю такую запеченную, типа картошка фри, но запеченная. Я взяла решетку, нет, не решетку, у меня был противень, и на нем лежал силиконовый коврик с картошкой. Я вынимаю этот противень и ставлю на индукционную плиту.
на которой, ну, на половину индукционной плиты, а на другой конфорке что-то такое готовилось. И вы не поверите, но под противнем металлическим включилась сама индукция, заработала, загорелся как бы от источника этого питания, загорелся коврик, и вот, пожалуйста, здесь вот такие дырки. Представляете себе, индукционная плита сработала под, под комфорт, ой, под противнем, и коврик сгорел. Тут нет вины производителя, это абсолютно моя вина, и, соответственно, такой косяк не будет считаться производственным дефектом, и никаких претензий компании я предъявить не могу. Точно так же, как вы могли бы сжечь платье утюгом или что-то в таком духе. Вот, спасибо всем за внимание вам. Я сегодня вам рекомендовала скалку с ковриком, рассказывала подробно об этом. Вот, заворачивайте как конфетку, дарите. Вопрос к вам на завтра, что же будет в завтрашнем ланчбоксе. И у меня был вопрос душевный какой-то. Был какой-то душевный вопрос, я забыла, какой он был. Сегодня, значит, будет что? Сегодня, значит, будем без вопросов. Вот, все, спасибо большое всем за внимание и до новых встреч. Пока-пока.